знаете, ну, я говорил после предыдущей игры, что играем умышленно с соперниками, которые превосходят нас и во взрослости, и, ну, безусловно, в мастерстве. Потому что команда ставит задачу, что в Торпедо выйти в первую лигу. Понятно, что собраны неплохие футболисты для своего уровня. Мы смотрим те нюансы, которые нам нужны. Мы пытаемся находить ребят под первую команду. И вот в таких играх, помимо футбольных качеств, еще мы смотрим интенсивность. Потому что есть ребята, у нас 98-й год, 99-й. Это возраст, когда уже, ну, стоит или двигаться вверх, или там оставаться на каком-то среднем уровне. И для нас эти игры очень важны. И сегодняшняя игра очень важна была. Безусловно, мы понимали, что мы не можем играть прям первым номером с этой командой, но все равно были неплохие отрезки. Выпускаем же новых ребят, безусловно, когда выходят, причем, может быть, где-то даже не до конца подготовлены для игр, но где нам еще смотреть, как не в этих играх сейчас ребят, и, безусловно, одна-две замены, а когда там 3-4-5 замен, безусловно, игра может потеряться, тем более, еще говорю, что соперник играл против нас очень серьезно. Для нас это очень полезная игра. Да, было тяжело, очень важно, опять, сегодня были те моменты, что нам не хватало в предыдущих играх, доигрывали с максимальной концентрацией. Насколько я знаю по информации, мы должны играть со второй командой, с молодежной командой «Тобол-2». И здесь уже мы хотим играть, безусловно, первым номером и пытаться выполнять те требования в атакующем футболе, которые мы готовим на тренировках. Ну, мы готовимся потихоньку к сезону. Первые сборы, еще есть вторые. У нас есть время подготовить много молодых ребят новых. Так что мы пока наигрываемся. Через тренировки все, через понимание. На тренировках стараемся больше взаимодействия делать. Тяжело было войти в эту игру, наверное, нам, кто. Мы с замены все вышли. Ну и «Торпедо» больше владели мячом, инициативой не владели. Еще с первого тайма. Ну да, хотел себе подарок на день рождения сделать. Считай, сделал. Бились, старались. Не уступали в единоборстве. Да, ошибки были. В целом, хорошую игру провели. В плане физических нагрузок все выкладываются на все 100. Тренера дают столько нагрузки, сколько считают нужным. Ну, мы играем с командами, вот, которые у нас в товарищеские матчи есть. Мы играли с командами, которые постарше, опытнее нас. Мы набираемся опыта, стараемся как-то. Будем справлять ошибки.